8 сентября, конечно, не будет никаких выборов, это не выборы. Выборы нелегитимные, думы нелегитимные. Тем не менее, я считаю, что мы должны все равно поддержать тех людей, которые разделяют наши взгляды. Я сегодня опубликовал этот список. Это Сергей Митрохин, Дарья Беседина, Бунимович, несколько наших муниципальных депутатов, которые шли по списку Гудкова на муниципальных выборах. Это Глек, это в том числе Михаил Тимонов, который занимался у нас наблюдением. Мы их должны поддержать. Ну и также можно, конечно, поддержать тех, кто будет вписываться за наших политзаключенных. Кто сделает такие заявления, кто осудит репрессии, кто будет поддерживать, будучи депутатом Московской городской думы, всех ребят, включая Егора Жукова, члена нашей команды, и всех остальных, ну, наверное, можно их поддержать. Тем не менее, все равно никаких легитимных выборов не будет. Вот. Еще раз всем спасибо. Что хочется сейчас? Вкусно поесть, принять душ и увидеть детей. Я по ним очень соскучился.